После летнего перерыва большой хоккей вернулся в город Видное. Праздничный турнир, посвященный 90-летию района, в Ледовом дворце «Арктика» открыло световое шоу «Трансформеров». Кубок головы по хоккею проходит в Видном впервые. Его участниками стали 4 команды из Москвы и Московской области. «Металлург», «Алмонт», «Мади» и «Альфа». Это в первую очередь популяризация хоккея, привлечение детей к этому замечательному виду спорта. Вот. Ну и доставить болельщикам радость. Хоккей – это, несомненно, один из самых зрелищных видов спорта, занятие которым способствует развитию выносливости, силы воли и командного духа. Здесь неважно, какой возраст у спортсмена, главное – его желание и стремление к высоким результатам в игре. Катание на коньках, в первую очередь, владение клюшкой, понимание игры. Ведь как только люди, взрослые особенно, начинают самостоятельно тренироваться, ходить на тренировки, регулярно играть в хоккей, они начинают его понимать как игру. В первом матче Кубка главы Видновский «Металлург» встретился с московским «Алмонтом». Обе команды много атаковали, поэтому вратарям пришлось выполнять большой объем работы. На поле боя за несколько секунд игрок успевает совершить сразу несколько технико-тактических действий. Введение шайбы к чужим воротам, обведение защитника, передачи и броски. Именно от их исполнения зависит ход матча. Игра получилась очень насыщенной. Москвичам удалось создать много опасных моментов у ворот хозяев. Но удача была на стороне видновчан. После первого периода «Металлург» забросил «Алмонту» 6 шайб. Мы немножко не собраны, не дисциплинированно играем. Я думаю, может быть, потихоньку еще не сыгрались. Но думаю, пару голов все получится. Первая игра сезона, мне кажется, некоторые, может быть, не совсем готовы. Поэтому где-то какие-то провалы есть. А так, общее положительное впечатление. Тренировки в целом полным ходом идут. В сезоне покажем хороший хоккей. В целом праздник, настроение хорошее. Начало сезона всех. Хоккей завоевал сердца многочисленных болельщиков, став школой мужества как для детей, так и для взрослых. Ирина Долтова призналась, что с большим удовольствием наблюдала за игрой. Очень довольна игрой. Наша команда прямо в лучшей своей форме. Захватывающая. Соперники тоже стали разогреваться. И вообще это большой пример для подрастающего поколения. Спасибо. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Как ни старались москвичи догнать видновчан, им так и не удалось. «Металлург» одержал уверенную победу над «Алмонтом» и вышел на финальную игру с командой «Мади», которая, в свою очередь, в сложной борьбе взяла верх над «Альфой». В итоге турнира кубок головы заслуженно получили хозяева Ледового дворца. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.